Егор, поздравляю с победой. Один из самых ярких моментов – это, конечно, драка 3 на 3. Опишите, что там у вас будет. Да, ничего, обычный игровой момент. Эмоции где-то, наверное. Ну, хорошо подрались, мне кажется, чуть-чуть взбодрили команду. Себе какую оценку поставить? Сложно вам был ваш спарринг конкретно, один на один ваш? Я не знаю. Ну, нормально, хороший боец попался. Не знаю. А опыт у вас был раньше такой? Ну, конечно, приходилось драться, но не часто. Так, может, пару раз. Началось из-за того, что шестерками грубо атаковали? Да нет, там драка-то получилась из-за того, что, ну, я этот момент сам не видел, а просто увидел то, что наши все, ну, по игроку разобрали, я тоже не стал стоять. Схватили первый попавшийся? Да, так получилось. Еще раз говорю, эмоции где-то перехлестнули и подрались, ничего страшного. Видимо, хоккей. Видели момент, когда бутылку бросили, удалили тренер? Не, не поняли, что там было? Не, не видел. Вот как, на ваш взгляд, в чем секрет, что так Шестеркин уверенно вошел, как будто, ну, собственно, в момент уже ждал долго, да, причем совершенно нервничал вообще. Насколько это помогло, может быть, команде? Да, конечно, это помогло, но я, ну, не буду это комментировать. Игорь, ну, уверенный, хороший вратарь, все. Конечно, помогло. Оценивается со стороны, серия, в принципе, получается достаточно равная. Локомотив хорошо сражается. Вас удивляет, что 3-0? Ну, конечно, может, да, потому что каждая игра, можно сказать, от ножа, и два овертайма было. Хороший соперник, что-то. Локомотив, пожалуй, если смотрелся, как и в прошлой игре, как и сегодняшней, сильнее в первом периоде. Ну, не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Это, ну, не первый раз, наверное, у нас так происходит. Ничего, будем над этим прибавлять. Егор, Вячеслава Воинова поздравили, да, победой с рождением ребенка. Знаешь ли пол, знаешь ли, как назвали, как поздравил, какие слова для него подготовил? Ну, вроде мальчик у нас. Да-да-да. В группе написали. Че, молодец, Слава. Здоровья. Все, спасибо большое, коллеги. Спасибо, Игорь.